Всем привет, друзья! И с вами Глюк! Я нашел еще одно место, где можно повеселиться в Rayman Raven Rabbids 2. Это Shooting Games, это что-то вроде тех самых отстрелов кроликов, которые были в первой части. Я еще не смотрел, что это за штука, но давайте посмотрим, вдруг тут что-нибудь интересное есть. Кто его знает? Big City Fights. Big City Fights. Хорошо, стреляем этой кнопкой. Перезаряжаемся другой. О, это мы, это мы! Давай, давай! В доту, в доту, в доту, в доту, давай! Есть автомат с дотой? Что-то там произошло, я даже что-то не понял, что это было. Окей, пресс А. Вот это статуя свободы! Вот это я понимаю. Сразу надо было такую строить, что-то америкосы не догадались. Конечно, я освобожу тебя! Освобожу! Да что ж ты так шумишь-то, зараза? Еще лагает. Прикольно, на реальных каких-то этих. Гамаем. Класс. Вау. Это же, блин, камеры реально сняли. Кролики-ниндзя, блин. Ты чё летаешь там? Классно вообще, блин. Гуляем по улочке такие, а тут, понимаешь, кролики бегают. Окуянные. О! Че вы меня с пальцем будете тыкать, что ли, этим? Поролоновым. Тоже мне грозное оружие. Да что ж такое, что-то вас тут дофига. В мусорку? Я влез в мусорку? What the fuck? Что-то звук куда-то пропадает. Куда звук пропадает? А! Тачки, тачки, тачки. Кроликов не сбейте, они милашки. Что за перегруз со звуком? Что за тупые эмуляторы? Что вы? А, блин, уже играть надо, а я туплю, блин. А я, понимаешь, наблюдаю, мне все время кажется, что это заставка просто, блин. А вот уже надо отстреливать их. Сюда иди! Блин, откуда вы... О, хот-догом! Ты хочешь меня прибить? Дай, дай хот-дог съем, съем, откушу, дай. Как вы летаете, блин? Перезарядку, срочно перезарядка. Да что у вас? Кыш? Что ты мне сделаешь? Что ты мне своим вантузом сделаешь? Бомба! Корова! Иди лови свою корову, мужик! Иди скорее лови свою корову! А то сейчас убежит! Как там молоко как будешь доить? What the fuck? Это надо в них палить, а я... Куча вантузов сверху! Перезарядка долгая здесь бесит! Хедшот, бич! Хедшот! Блин! Инопланетосы, стойте! Стойте, говорю! Вы кого похищать собрались? Кролик с хот-догом! Из летающей тарелки! Я-то думал, кто коров похищает, а это вы, да?
блин! Да стой ты, охуянный! Отлично. Супермен, кролик Супермен. Ну зашибись, мы опять в мусорку влезли. Что у вас за мир такой? Мир в мире в мусорке. О-хо-хо, автомат вантузами. Нифига себе лагает как. Кошмарные звуки просто. Они прерываются. Это уже, кстати, компьютерная графика, по-моему. Что вы тут пляшете? Я вам сейчас покажу, как зажигать надо. Вот мы в Saints Row зажигали с Леоном, а вы так. Черепашки-ниндзя, помогите мне спасти мир. Она не пробивается. А, пробивается. Нормально. Да блин! Летают они, как угорелые везде. Стой на месте! Подходите, у меня вантузов на всех хватит. Опять коровы! Опять, мать его, коровы. Что делают коровы в Нью-Йорке вообще? О, давай, фоточку, селфи, селфи, в Инстаграм выложишь потом. Ну, дорожный рабочий, я не хочу его отвлекать от работы, у него важная работа. А вот эта вот хрень мне не нравится. Да что ж так лагает-то, ну? Шо ты выпрыгнул? Сейчас вантузом огребешь. Целятся еще такие наглые вообще. Что за кролики такие невоспитанные пошли? Там шарики, шарики! Да блин! А, Мария! Кто так водит, а? Это не Saints Row. Здесь нельзя так водить. Не, ребят, вы зря на меня напали. Однозначно зря. Черепашки ниндзя, стойте! Пицца есть! У вас всегда есть пицца с собой, я знаю! На зонтиках! На китайских, мать его, зонтиках! Вы что, серьезно? О! Какая кошмарная музыка, это даже не музыка! Видимо, из-за этих видеоставок так глючит нехило. FPS-ы падают. Где мои FPS-ы? Тут просто на очки можно играть. То есть они не мочат меня. Мне просто можно их так оставить в покое, но убить только из очков. Стой! Леонардо, смотри, сколько Леонардо, расплодились, блин. Вай-вай-вай-вай-вай! Что происходит? Что происходит? Летающие тарелки нападут или... Или вот это вот? What the fuck?
Комбинатор! Терминатор, только кролик! Капец! И что ты будешь со мной делать? Отбирать у меня одежду и мотоцикл? А, валить, валить, валить вот это! А, там внутри сидит кролик! Он робот! Перезарядочка! Давайте, давайте, еще одну морковочку! А, fuck yeah! Давай, давай, давай! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Мы победим кролика Терминатора! Блин, офигеть, это гораздо сложнее, чем в первой части. На эмуляторе вообще тяжеловато играть, честно говоря. Давайте, давайте, или... Да блин! Лети сюда. Сдохни, Робинатор! Круто, денежка, друзья! Приколюшка. Серебряную медаль? Нормально? Ну что ж, друзья, на самом деле с прошлой части записи прошло уже 2 дня, и я только что проснулся, выпил пол-литра кофе и, в общем-то, решил дальше продолжить запись. Чудеса монтажа прям, да и только. Ну, давайте попробуем, давайте запустим еще какую-нибудь перестрелочку, посмотрим, что от этого у нас будет. Greatest hits. Короче, понятно, перестрелка, перестрелка, и хорошо. О, окей. О, мы в Японии! В Японии или в Азии, где-то в Азии. А-а-а, кошмарные звуки! Кошмарно глючат звуки! Ужас-то какой! 56 FPS-ов? Вы что, прикалываетесь? Да идите отсюда! А где Наруто? Мы же в Японии, наверное, да? Где Наруто? Па-па-па-па-па. О, Наруто! Наруто, это ты! Здоров, Наруто! Как и банши научиться? Давай, давай, техника теневого копирования есть у тебя. Ну шо, да что ж такое, блин, сплошные самураи, сплошные ниндзя. А, не тупить, не тупить, работать нормально. Не 40 FPS, давайте 60. Сдохни, Супермен! Супермен! О! Дакфейс! Надо успеть сделать дакфейс, тогда будет все круто. Какого хрена мы оказались в Нью-Йорке? Мы же вроде бы как... Да что ж тебя штырит-то так, а? Нехило так штырит вообще. 40 FPS-ов! Я как будто заторможенный деградат. Отстрел, уродов! Ух ты, какая у тебя палка! Да блин! Оставь свои сексуальные игрушки при себе, окаянный. О, пока кроликов нет, нормально. Короче, нужно отстреливать кроликов, чтобы не глючило! Вот там говнюк идет, вот из-за него глючит, а! Пойди еще попади в него. Давай! Да блин! Они еще и вниз летят потом. О, отлично! Что-то вас много стало там! Вы что, серьезно, что ли? Я же не достану на таком расстоянии до этой кучи всяких говнюков. О, бравастый сенсей!
Да блин, сайгаки скачут тут, летают. Распоясались со... О, норм. Перестало тупить. Оу, я. Я еще вам тут такое устрою, на! У меня вантузамет теперь автоматический! Уи! О, нормально, черепашка-ниндзя, блин! Заяц-ниндзя! Класс! Вот так вот! В затылок! Что ты в меня целишься, а? Брови поди себе повыщипай! А то такой удивленный вид очень. О, no rabbit. Здесь не должно быть кроликов. Видишь знак? Знак, видишь? И тебе кыш отсюда. Нельзя здесь кроликом ходить. Здесь кроликов быть не должно. О, самурай! Наруто отдыхает. О, лодка, лодка плывет. Лодку хочу застрелить. Что ты ржешь? Зубастый. Прикольно, у кролика всего два зуба. Как они вообще живут? Что ты делаешь, чувак? Походу, вот пытается попить. Не, я не буду тебя трогать, ты меня прикалываешь. А, глюки. Опять, так ты, что ты такой шустрый-то, ну? О, жирный какой кролик. Еще один жирный кролик и маленький кролик. Да я тебе сейчас заляпам! Вообще, блин, обалдели, еще по мне врезать хотят. О, в куст... Как вы спрятали два небоскреба в кустах? Как вы это делаете? Кусты, блин. Это волшебные кусты, просто магия. Так. Так, да, да. Какие тараканы у них тут вообще водятся? Странные в небоскребах, знаете. Большие, страшные, механические. Шо ты прилетел сюда? Ща гребешь. На зонтиках спускается. На японских зонтиках. Вы что думаете, что они вас спасут, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха! Хедшот, бич! Капец, и вот это все было в кустах! Какие-то волшебные кусты. Я обычно в кустах, знаете, другими вещами занимаюсь. Эти вообще кролики с крыльями в трусах. Да блин, стой на месте, не уворачивайся от моих вантузов вместе. Вантузная месть. Волшебные кусты, блин. Сколько всего в кустах, оказывается, можно найти. Надо будет посмотреть у себя. У себя на участке. Вдруг у меня там в кустах тоже кто-то есть. Может, небоскребы парочка найдется. Как знать. О, дакфейс. Обязательно надо успеть сделать дакфейс. О, no swimming. Купаться сегодня никто не будет, ребятки. Вы поняли? Тебе купаться нельзя. Ты что, меня за муху принял, что ли? Да. Ты кто такой вообще? Ты чё, бессмертный, что ли? Я не понимаю. Слышь, Вася. Что ты тут? О, как вообще сексуальный кролик. Что вы делаете сегодня вечером? Не ты. Я к другому кролику обращался. За звуком творится неведомая хрень. О, что вы делаете сегодня вечером? Пуляетесь вантузом прямо в меня? Ну ладно. Значит, мы вместе проведем этот вечер.
А что ты, блин, киваешь там? Как мой попугай, блин. Кыш отсюда! Кыш отсюда, мелочь пузатая! Разбегались! Мне не нравится, от вас глючит! От вас глючит! Я хочу 60 FPS-ов! Вот и музыка нормально идет, когда нормально, блин, кроликов. Откуда это все взялось? Это вообще не Япония, мы же начинали раунд в Японии. Это не... Хотя, может быть, это Токио? Может быть, понятия не имею. Хрен их знает на самом деле. Уии! Здесь еще какой-то босс, наверное, будет страшный. Блин, я тоже такие брови хочу. Чувак, а где ты заказывал? Где какой-нибудь там салон красоты, наверное, да? Азиатский. Если мы в Азии. Должен быть азиатский. Подлодка. Русская подлодка. Наш Советский Союз покоряет весь мир, как огромный медведь на восток. Знаете эту песенку? Если знаете, ставьте лайк. Значит, мы с вами играем в одни игры. Да сдохни! Что? Морковка? Ракета-морковка? Вы серьезно? Унька! Как я могу научиться? Техника вантузной мести! Где деревня скрытого вантуза? А ну признавайте, где деревня скрытого вантуза? Дайте мне деревню скрытого вантуза! Блин, что за сенсей у вас такие? О, это явно сенсей. Кыш отсюда! Я знаю, что вы все оттуда, из этой деревни скрытого вантуза. Я найду и уничтожу ее, во что бы мне это ни стало! Да ты боё! Да сдохни ты, блин, да ты моё! Опять морковка. Может в салатик, я в салатик! Что за агрессивные морковы такие, я салатик! Железный человек пришел! Железный человек в Азии, вы что? А, это, наверное, азиатский железный человек, да? Да блин! Что, я должен твои вантузы так ловить, что ли? У меня сейчас перезарядки не хватит. Уии! Какой-то странный железный человек. Да много у тебя там еще зарядов, блин? Блин! Меня они отвлекают. Пока меня сейчас будут отвлекать, ты будешь меня там мочить, да, железный человек? Азиатский, блин. У них все какое-то ненормальное. Даже железный человек какой-то странный. Огребай! Так, стоп, морковка, опять морковка? Салатик! Салатик морковку! Ни хрена все тебя разобрал, мужик! Ты чё? Слишком много масла добавляешь, когда собираешь себя. Слишком хорошо смазываешь. Да ё-моё, сколько у тебя там морковок-то, а?
Ты заяц механический, ты должен жрать морковки, а не швыряться ими. Да блин. Да ёб, перный театр, а! Из-за этих лагов я не попадаю по ним. А еще здесь Вантус как-то долговато летит. Дольше, чем в том Реймоне в первом. Блин, что я в него стреляю? Он же неуязвим для этого. Хотел бы я быть таким же неуязвимым для Вантузом. Для Вантузов. Вот. Нифига ж ты! Слышь, ты что, собрался неправильно, да? Давай, лети отсюда, и чтоб я больше тебя не видел, чтоб я твоей железной задницы больше не видел в этом раунде. Понял? Это моя теперь Азия, мы ее отвоевали. Наш Советский Союз покоряет всю Азию, как огромный медведь на восток. Уи! Победили, победили, победили. Максимальная комбо 10. Ну конечно, блин, а что вы хотите, блин, у меня тут такие лаги во время игры. Бронзовая медалька. Ну что, что ж, неплохо. Так, еще у нас, по-моему, там осталось 3. А, что я сделал? Я реплей нажал. В общем, там осталось 3 перестрелки, но я буду с вами прощаться на этом. С вами был Глюк. Оставляйте свои комментарии. Почему комментариев так мало в последнее время? Я хочу больше комментариев. Глюк, хотеть больше комментариев? Ставьте комментарии. Мне так интересно их читать, а без них я чувствую себя одиноко. Вот. В общем, ставьте обязательно свои комментарии, оставляйте свои лайки. Да что ж такое-то, блин, я постоянно путаю. Ставьте свои лайки, оставляйте свои комментарии. Вот. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами был Глюк. Всем пока.